Готовиться к экзамену Хусейн Омар вместе с другими студентами начал еще в прошлом месяце. Сам экзамен проходил в два этапа – тестирование и вот сейчас практическая наука. В будущем парень собирается стать хирургом. Успешная сдача экзамена и работа медбратом – прекрасная возможность набраться недостающего опыта. Да, я теперь буду медбратом, я это видел не только… Это мы хотели, несмотря… Ну, потому что ситуация в этом году, вы сами знаете, это ситуация в связи с пандемией. И мы все стремимся, что если нужна помощь в больнице или где-нибудь еще, что мы будем участвовать и умеем как помогать еще врачи и здравоохранение. Еще одна студентка 4 курса Саида тоже успешно сдала экзамен. Сейчас девушка планирует работать медсестрой в больнице, чтобы также набраться опыта для своей будущей профессии. Теперь мы все имеем официальное право идти работать, помогать. Сейчас у нас активная нехватка медицинского персонала, как младшего, так и среднего. И сейчас все очень нуждаются в нашей помощи. Сдача экзамена – это только первый шаг в дальнейшем долгом пути медицинского работника. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.